Девушка снимает. Да. Девушка снимает? Девушка. А вот попрошу вас запретить этот фильм, потому что снимать наши сотрудники. Это ваш сотрудник? Камеру. Хорошо, давайте я не буду снимать вашего сотрудника. Не надо вообще девушку снимать, на да, я пришел сюда. Лыщи, нельзя? Конечно. Если не я вам в кадр. На самом деле, если нельзя снимать, то у нас сюда нет вопросов. Скажите, ну, где вы будете будьте добры. Удалите камеру, удалите запись. А документ об этом есть какой-нибудь? Или вы только... Значит, это закон там или что-нибудь? Который подписывает. Ребят, нет вопросов. Запрещено, все действительно запрещено. Вы писайте, пожалуйста, что и что, и если все по закону, не нарушаем. Нет, конечно. Да. Вы писайте, пожалуйста, предъявите документы. Ну, как положено, да? Мы законопослушные граждане, честно выполняем. Самого суда надо пойти. Законе. Да, что вы на что вы написали? Читайте, вам в интернете выложено. Читайте, что прочитали. Вы не знаете, да, что вы написали? Я вот это видео создание судов за 3 дня. А что вы говорите про течение инфицирования? Вот вы в моем штате информацию. И вы считаете, что это полиция закон? А у меня грипп есть. Я сейчас полицию отправлю. Вам не надо, я вас тоже вам отправить. Стоять нельзя, стоять, наверное, можно. Ну что сказали сотрудники ФСО? Основание. Для того, чтобы здесь не проводить, это 58-й федеральный закон, который, в принципе, классически нельзя пикетировать, когда вы не сходите сюда. А у кого, вы не можете определение пикетировать? Не надо определение. Я тогда говорю следующее. Вот мы пришли. Хотели постоять у суда. Я как гражданин Российской Федерации имею право свободно передвигаться по территории Российской Федерации. Мы сейчас пришли постоять у суда. Как повторяю, на улице холодно, погода зимняя, мы боимся заболеть. Мы решили абсолютно, вот без всяких надписей, обычные противогриппозные, так скажем, маски. Повторим, чтобы не заболеть, мы наблюдаем, как происходит пикетирование. То есть я сейчас не вижу оснований вас. Деньги, а сотрудники ПСО подошли, что-нибудь сказали, да? Нет, там мы просто постояли, мы им передали, отойдите от меня, и они ушли. А, ну все нормально. Да. Ясненько. Там еще можете? Мне грозит все, мне там все. Я это посчитала, когда там весь грозит. От кого? Имею право свободно передвигаться по территории Российской Федерации. Нет, вы можете передвигаться свободно по территории Российской Федерации, но данный объект, понимаете? Вы можете ходить, понимаете? Понимаете, не надо
Я не фотографирую. Я стою в маске против рынка. Я стою в маске против рынка. Обходите туда, пожалуйста. На основании такого закона я должна быть сделать. Тем более маска у вас порвалась. Я думаю, она вас от гриппа уже не спасет. Ничего страшного. Я как бы не переживу. Может, вы вас волнуете? Поэтому как бы надо на свою территорию охраняемого объекта. Я не считаю, что здесь надо скажите, вы за объект охраняемый, а что, стоять даже с ним нельзя? Просто стоять, да? Да, дают, говорят, что здесь всем ходить можно, а людям в гриппозных масках здесь стоять нельзя. И причем никакой нормы закона это мотивировать не могут. Понятно.